В Карасуйском районе Ужской области завершается строительство консолидационного центра площадью 4000 квадратных метров. Общая стоимость проекта составляет 770 тысяч долларов. Строится логистический центр при поддержке USAID в рамках программы «Агрогоризонт». Новые складские и холодильные помещения рассчитаны на хранение тысячи тонн продукции. Центр будет оснащен современным оборудованием, холодильными агрегатами, сушильными камерами, мойкой и сортировочной линией. Продукция, собранная здесь, станет отвечать требованиям ХАСП, то есть системы управления безопасностью пищевых продуктов. В новом центре будет создано 50 рабочих мест. Сюда смогут сдавать выращенную продукцию фермеры Ожской, Батгенской и Джалабадской областей. Мы планируем завершить в конце мая месяца. На сегодня мы планируем работать с 1500 фермерами на юге. Товары будут реализованы здесь, в Кыргызстане, в Китае, в Казахстане, в России. С российскими и казахскими партнерами, крупными торговыми предприятиями на данный момент заключены договора.